Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Царь Иосия внимает слову Господне. И сказал Хилкия, первосвященник Шафану, писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, представленным к дому Господню. И донес Шафан, писец, царю, говоря: книгу дал мне Хилкия священник. Читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хилкии священнику и Ахикаму, сыну Шафранову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану, писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря: пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наших слов книги сей, чтобы поступать согласно предписанным нам. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.